По утверждениям блогеров, мужчина знакомился в интернете с подростками и предлагал личные встречи с более близким общением. Видео с застигнутым врасплох пенсионером появилось в сети несколько дней назад. Им заинтересовались органы. Правоохранители выяснили, мужчине 56 лет, раньше работал на железной дороге. Сам герой ролика свою вину отрицает, а следователи продолжают проверку.